километров. Мне очень нравится, когда ты снимаешь именно то, что надо. О, хочешь сажаться? Давай. Осадился? Чё? Осадился. Освежился? Ну, чуть-чуть совсем. Больше на тебя упало, чем на меня. Вот, вот теперь, да, очень. Да, все. Кайф. Сейчас снимаешь. А где сетка? Мне кажется, этот программист будет спрашивать. Программист. У ребят, наверное. Прикольно. Только эта штука очень горячая. А, блин. Нет, нахуй, боюсь. Ну все. Вот, смотри. Я бы по английской набережной еще побегала, очень красиво. Макс, помнишь это место? Тут был хостел. И вот здесь, короче, помнишь этот знак, который мы снимали? Ну, ты, короче, ты все понял. Такая ностальгия вообще. Покупают фрукты на кредит. Прикольно. Никогда в жизни не получал настолько большое удовольствие от хурмы. Вообще от фруктов, как сейчас. Извините, можно я вас сфотографирую? Да. Конечно. Что, ты в Кирюше собрался? Да. Все, пока. Пока. Только что, короче, чайка чуть не убила голубя. Две печухи. У нас с тобой морское настроение. Enjoy. Идем в перекресток за формой. Хотя мы сегодня все забрали последнюю, но мы надеемся, что там она еще есть. Блин, она дорогая, слышишь, очень. Ну давай просто посмотрим на нее хотя бы. Ну, ты потом. Дебил, блядь. Нет, давай пойдем. Нет. Она очень дорогая. Да просто посмотрим. Да я заплачу, у меня есть деньги. Какая разница, твои деньги, мои деньги. Когда ты не можешь позволить себе ананас. За штуку. Ну это прям, наверное, самый идеальный нас, который я видел в своей жизни. Она реально плачет, посмотрите. Он про перфект вообще, это такой мягкий еще. Зато мы хас по 37 рублей. Да. Вот эти манго, конечно, обалденные. Нет, они твердые, как. Ну они, когда созреют, то... Ого. 700 рублей. Знаешь, за штуку. Знаешь, какие дыни? Ты все засапала. Нет, не знаю, прям. Ну что, сегодня мы будем... Нет, мне просто нравится это и ананасовый сок. Как его назовем? У нас новый жилец! Карл Массажерьян. Как тетка это сказала? Что-то выглядит они так себе. Ну ладно, не слышно. Но они прям намного вкуснее, чем вот эти. И вроде вот эта штука, я видел, как-то раз стоила в перекрестке одна штука 120 рублей. И вот эти авокадо легендарные, которые постоянно едим. Две помидорки.
и ананас, который стоит 1100 рублей за штуку. Все, на нем я, пожалуй, завершу видео.